И всем привет! С вами Низирамас, и мы продолжаем проходить Siphon Filter 2. I could not get to him. The American was in the disco, but I have not seen her since. No, Logan is not here. I do not know how he got away. All right. Back to headquarters. There has been change of plans. Парк Волкова. Грегоров покинул улицу и вошел в парк Волкова. Надеется затеряться в тумане и тьме, но... Держитесь за ним. Если он сбежит, последний шанс извлечения Siphon Filter будет... Пропадет, собственно. Ты дебил, что ли? Я чё, ещё эгрегоров был? А, нет, эгрегоров там. А что в тебе? Так, башка. Башка в голову. Нет, тут нужно оружие поскорострельнее. Вот так, например. Отлично, у меня броня есть. Ну, допустим, броня-то у меня есть. Но что она мне дает? Я там дебил в голову палят. Ты неадекватный мужик. Ты что делаешь? А ну выходи, подлый трус. Чего он там палит? Что машины разлетаются как... Как какая-то М79. Грегор, беги лучше. Я буду тебя догонять. И ты сделаешь вид, что ты... Что ты такой крутой, убегаешь? Ага. Один московский. И что ты делаешь? Не, мужик, я, конечно, понимаю, что у тебя патронов до хрена. Согнал с его хорошего логова. Так и топ я не был готов, на самом деле. Но теперь я готов, и... Я сейчас их встречу как положено. Подарочек им принесу. Дебилы. 45-х меня палят, а? Вот козлятки. Так, вот там был в бронике. Там... окей. Там два дебила в бронике. Хорошо, что они не умеют кидать гранаты. Сразу две точки. А, нет, он один был в бронике, просто не тот, кого я подумал.
Ночное видение. Беспалевно. Ну, тут, конечно, забавно, что так ночное видение вырубает. Этого не хватало в туннелях после взрыва генератора в первой части. Че? Не знаешь, где я? Теперь точно не знаешь. Хоть бы присел, что ли. У меня уже пуля попала, в конце концов. Да, я, конечно, снайпер тот еще. Опаньки. Я надеюсь, я не возвращаюсь туда, где я был уже. Судя по чекмой, это нет. Куда бежишь? Мужик, пойми, парк не бесконечен. О, ты что, дебил, что ли? Я тебе еще голову пострелю. Ладно, пошел ты в черт. Они что, все тут, что ли, дебилы такие? Да, такой крутой радуется, попал в голову. Да чтоб тебе? Чтоб ты провалился, мужик? Бесишь. Так ладно, этих надо, видимо, перестрелять всех просто. Да чтоб тебе? Даже не дают времени прицелиться. Ну, конечно, время-то дают, ладно. Что-то я тут погорячился, конечно. Упс. Но что-то не очень много времени дают. К сожалению. Опа. Минус, как говорится. Да чтоб тебе. Ладно, не буду скрытничать. Удобнее все-таки с этого будет стрелять. Так, убегай. Ждем. Почти неподвижно. Забавный такой эффект, конечно. Так, сейчас снайпер. Справа. Направо. Отлично. Всего лишь с 11, ой, с 11. С 13, кажется, пули я его ушатал. Угу. Минус. Минус. Пока я буду у них целиться. О, сюда пошел. Нет. Здесь тупик.
Cool. Не хочу я всех убивать. О, мост тут. Мост я что-то помню. Тут надо, по-моему... Она лезет под мост! Не упусти ее! Они мне не нравятся. Ни хрена себе у тебя пушка. Дебила. Так, они меня теперь там ждут, поэтому пойдемте в эту сторону. Красавчики. Надо пойти назад. Броников набрать. Потому что я их, кажется, сейчас знатно потерял. Ну, хотя, что кажется. Их и так знатно потерял. Ну, хотя бы я прошел этот этап. И хотя бы сзади были броники. Должны были быть. Ладно, уговорили. Чё, тут не все снайперы, что ли, в брониках были? Так, ну вот это точно в бронике, это я знаю. Вот этот был в бронике, нет? Который вот за этим деревом, кажется, где-то стоял. Нет, очевидно, он был без броника. Печально. Может, здесь все-таки еще кто-то остался? Мужики, я хочу с вами встретиться. Обменяться парой пуль. Нет. Злые вы. И нехорошие. Да. Они поняли, что ждать меня бесполезно, и ушли. Ну ладно, хотя бы немного брони. Почти половина. Мы, по-моему, приближаемся к развязке погони за Грегоровым. Нет, за 45-м не полезу на перила. Тем более, что он у меня, по-моему, уже максимальный. Что? Так, ну сейчас я не буду прерывать серию, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, если я не ошибаюсь, сейчас у нас будет довольно короткая миссия, поэтому продолжаем. Парк Волку Грегор прекратил бежать и теперь настроен сражаться. Нам нужно обезвредить его своим тейзером. Он вооружен и готов нас убить, так что осторожнее. Нужно как-то его отвлечь. Гейб, я укрепил Грегора. Он не идет без боя, но мы должны сохранить его живым. Ты читаешь? Gabe, do
you read? Right. I'll think of something. Так, ну я помню, как тут надо делать. Назад, назад, назад. К дереву. Прикрой. Не часто меня деревья прикрывают. Недоволен мужик. Right? We're fine. We may lose the deductible on our rental, though. I'm in the park, at the Cossack statue. I've got Gregorov. On the way. Gabe, I know why Gregorov's been acting so strange. Why's that? Miss Lianzing, I'm Vladimir Nedobry of the SVR. I'm afraid you must come with us. But this isn't who you think it is. This isn't Yuri Gregorov. He's an imposter. Yes, we know. Что бы это значило? А, ну теперь этот эпизод подошел к концу. Что же это значило, я думаю, мы поймем в следующей серии. Ну, очевидно, это был явно не Грегоров. Сколько мы за ним гонялись. Ну, а вот, собственно, теперь... Я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.